Я приветствую вас, друзья, на канале Капитан Герман. И сегодня в нашем видео я хочу поднять два вопроса, которые на первый взгляд совершенно между собой не связаны. Первое – это морские узлы. Очень много информации в интернете есть о том, как и какие узлы вязать. Но на самом деле есть всего несколько узлов, которые мы регулярно используем на яхте. Поэтому я покажу именно те, которые, на мой взгляд, максимально вам пригодятся. И второе – это спорт. Я вам расскажу и покажу, как мы держим себя в форме. И на первый взгляд две эти темы якобы между собой не связаны, а вы потом поймете, почему я решил их объединить в одно. Итак, поехали. Первый узел беседочный. Я на самом деле название узлов практически не знаю, поэтому я вам буду просто показывать, как они вяжутся. Сейчас этот узел, я знаю, как он называется, беседочный узел. Это тот узел, которым вяжется, ну, на яхте просто все. То есть, наверное, 90 там с чем-то процентов узлов вяжется. То есть, что нам нужно? У нас есть основная веревка. На ней мы делаем петлю. Очень важно, в каком направлении петля, чтобы веревка, которая идет дальше, была сверху. Далее мы делаем, проводим сюда, обкручиваем вокруг основной веревки, выводим, все. То есть, несмотря на то, что этот узел якобы выглядит совершенно ненадежно, это супер надежный узел. Этим узлом вяжутся все фалы, все шкоты, абсолютно все. То есть, почему этот узел такой крутой? Можно завязать абсолютно любым узлом, например, на два узелка. Но это все, это ненадежно, то есть они развязываются. Этот, во-первых, не развязывается. А во-вторых, несмотря на то, какие бы нагрузки на этом узле не были, там шторма, что угодно, потом он развязывается вот так вот. Просто эту часть отводите назад, вынимаете, все, узел развязан. Та-дам! То есть это самый важный узел, его нужно уметь вязать. Вот просто вы его вяжете, вот сейчас покажи, как это. Вот я буду, нет, чуть дальше, чтобы меня было видно, да. Вот так вот, вы не смотрите, что вы делаете, то есть очень важно, чтобы у вас получалось вязать этот узел совершенно просто, основываясь на моторике рук. Потому что если у вас шторм там или какая-то погода, то у вас не будет возможности вязать, то есть без света, со светом, как угодно. И чтобы понимать, как он развязывается, тоже нужно чувствовать то, как это все в руках находится. Все, вуаля. Дальше я покажу еще один узел. Вот я взял палку, она нам очень сильно пригодится. То есть сейчас я привяжу эту веревку уже вам известным узлом, потому что нужно, чтобы она была зафиксирована. Вот, то есть вот она у нас завязана. Теперь далее. Как делается этот узел? Петелька. Петелька. Две петельки, одна в другую. Вот это вот весь узел. Несмотря на его ненадежность, выглядит пипец, выглядит вообще ненадежно. То есть это супер надежный неразвязываемый узел, который при вот всей полной затяжке, то есть можно тянуть, если из него выпадет что-то, он сам себя затягивает. Это самозатягивающийся узел. То есть супер надежно. И он очень простой. Его можно вязать не обязательно на воздухе. То есть он работает только, когда есть нагрузка. Вам, меня, лицом. Если вам нужно провести на мачту веревку, опускается вниз мессенджер, тоненькая веревка. На нем делается вот такой вот узел. Продевается во вторую веревку. И просто за мессенджер вынимается наверх. Это достаточно для того, чтобы удержать абсолютно любую нагрузку. Иногда бывает, что вот этот же узел вам нужно завязать на объекте, который не открыт, то есть закрыт. Это делается следующим образом. Раз, готово. То есть это очень надежный узел. То есть вот-вот я на нем вешу. Этим же узлом привязываются тузики, когда, допустим, вы приезжаете на пирс, там стоит труба. Как завязать тузик, чтобы он не уехал, если труба, допустим, широкая? Опять же, раз, два, сверху на трубу накинули, все, у вас затянуто, оно держится очень надежно.
То есть запомните, это два узла, они супер важные в яхтенном деле. Следующий узел — это стопорный, которым мы заканчиваем веревку для того, чтобы, если нужно, чтобы что-то по ней скользило и, не дай бог, не проскользило, а в нее уперлось, то делается это следующим образом. То есть мы делаем петлю и начинаем мотать вокруг веревки. Раз, два, три. А потом вот этот вот край вставляем в самый конец. Получается вот такая вот штука. Основной веревкой мы его затягиваем. Получается вот такой вот узелок. Удобно, можно кого-то им взбодрить на лодке, если нужно. Короче, вот это то, чем заканчивается веревка. Но если он, в общем, если его надо развязать, это может быть некоторой проблемой. Самый последний, самый простой, это просто восьмерка. Вяжется вот как обычный узелок, только делается дополнительная петелька, затягивается. Особенность этого узла в том, что он легко развязывается, и он очень удобен. Мы его используем часто во всех, вот скажем, веревках, которые идут у нас с лебедок. То есть вот, допустим, у нас идет веревка, для того чтобы она не проскользнула в молоток, мы делаем вот такую вот петельку. Все, получается восьмерка, она не затянута, но она не даст этой веревке проскользить через стопор. Ну, если что, затянется. Ну, если что, затянется. Все, основные узлы мы с вами рассмотрели, больше узлов. Ну, их, конечно же, много, но большими узлами, в принципе, на яхтах пользуются очень редко, ну, либо импровизация. Как вязать фендеры? Они же кранцы. У нас есть два варианта. Первый простой, второй сложнее. Давайте вязать тем, который сейчас простой. Вот мы делаем петлю, потом делаем сюда. И вот у нас затянута петля. То есть очень просто, если вы вот совсем боитесь, можно вот вставить эту штуку сюда. Но это не нужно, она и так достаточно сильно затянута. Чтобы его снять, это делается вот так. Все, снято. Есть второй вариант, который чуть-чуть сложнее, работает точно так же. Раз, два. И вот так вот отсюда мы проводим номер три. То есть они также затягивают. Вот получается узелок. Фендер держится супер крепко. Если его нужно развязать, та-дам, все готово. То есть ничего сложного в этих мероприятиях нету. Все очень просто. Теперь, собственно, как это связано с спортом. Есть такой тренажер, называется TRX. Я вам покажу в интернете где-то, что это такое. Вы посмотрите. Собственно, если его у вас под руками нету, и купить вы его не можете, и путешествуете вы где-то очень далеко, сейчас будет рубрика DIY. Как сделать TRX своими руками. DIY — это do it yourself, то есть handmade. Самостоятельно делаем TRX и будем на нем заниматься. Делается очень просто. Все, что вам нужно. Вам нужна веревка. Если вы продвинутый пользователь TRX, вам нужен будет еще один яхтенный блочок. И что-нибудь, из чего можно будет сделать ручки. Это либо водопроводная труба. Я когда-то делал TRX для своего друга, когда мы стояли в Папуа-Новой Гвинее. Я его сделал просто из куска бамбука, который отпилил. То есть творчество, творчество, еще раз творчество и применение знаний, которые у вас есть. Поехали, делаем дальше. Продолжаем экономить деньги яхтсменов. Наносим удар сегодня мы по индустрии спорта. Мы будем делать TRX своими руками. Итак, что вам нужно? Веревка, кусок водопроводной трубы. Это будет рукоятка. Рукоятка номер один готова. Беседочный узел надежно. Вот. То есть удобно? В руке удобно? Да, вполне. Если не понравится, вот не влезет, допустим, нога вот в эту вот петлю, тогда мы можем ее изменить. Все регулируемо. То есть здесь мы добавляем немножечко длины, ширины, высоты, опять его затягиваем, и получается уже петля большей длины. Короче, регулируйте себе, как вам нравится. Сейчас делаем вторую рукоятку по прообразу и по подобию. На втором конце. Да, на втором конце. То есть раз, длину можете себе опять же регулировать, как вам нужно. Какая должна быть длина вот этой? Ну, веревки не имеет значения. На самом деле вам важно, чтобы сюда влезла рука и влезла нога. Итак, у нас получилось вот две петли. Они
одинаковой длины и где-то около, наверное, 2 метров веревки, которая идет. Да, я думаю, 2. Но это не важно, это на самом деле не имеет никакого. Потом в середине этой веревки мы делаем еще одну петлю. Вот она у вас затянута. Здесь эта петля нужна для того, чтобы просто это здесь скользило. Все. То есть, что у вас есть? Рукоятки, веревка, петля, через которую оно скользит. И на этом конце абсолютно ровная штука. В принципе, готово. Мы сейчас делаем простой вариант TRX. Есть сложный с регулировкой по высоте ручек. Это я могу тоже сделать очень легко из этих 2 узлов, которые мы уже умеем с вами вязать. А теперь я вам покажу, как делать технологичный TRX. То есть я вам показал, как сделать TRX простой. Сейчас мы сделаем такой же, только с дополнительными установками и регулировками. Для этого нам нужно будет сделать 2 рукоятки. Но их не привязывать, они должны быть на пустых веревках в конце, ничем не заканчивающих. Вот у нас есть 2 уже вот таких веревки, я уже показывал. Теперь мы делаем еще одну. То есть что нам нужно? Нам нужно здесь на концах завязать 2 стопорных узла. Вот таких вот. И на другой стороне мы завязываем точно такой же, предварительно продев блок. Продев блок в скользящую часть. И с обратной стороны мы завязываем такой же стопорный узелок. То есть это все делается для того, чтобы эта штука отсюда не вылетела. А теперь идем на мачту, я показываю, как это все работает. Вот у нас есть фал, который идет с мачты. Это у нас штормовой фал. Это тот, на котором у нас происходят все наши занятия. У нас есть блок, я уже его показывал. Продеваем сюда. Узел этот вы уже знаете. Все, я уже говорил, что все вяжется этим узлом. Беседочным. Да, беседочным. Вот вы его завязали. Вот готова штука, которая скользит. Что мы делаем далее? Узел, который вы уже знаете. Раз, два, петелька. Одели, чуть-чуть продели, затянули. Это у нас получается рукоятка номер 1. Она супер надежная, она не проскальзывает, ничего с ней не происходит. Если нужно ее отрегулировать, немножечко ее расслабляем и все, пошли тянуть. Нужно дальше, просто натягиваем на веревке и все, она намертво крепится. Вот у нас все готово, начинаем поднимать. Ну вот. Вот, наверное, вот где-то вот так мы его и оставим. Фиксируем. А? Мне кажется, высоковато. Нормально. Фиксируем вот сюда вот основной фал. То есть сейчас я покажу, как делаются самые обыкновенные отжимания, которые на этом нашем импровизированном TRX будут выглядеть достаточно непросто. Короче, особенность этого мероприятия в том, что сверху блок, который вот он вот так вот ходит, и это нужно стабилизировать. Если мы стоим на поверхности, которая ровная, как сейчас, это нормально. Но бывает такое, что мы можем заниматься в море, а это как бы там с этой качкой боковой тоже достаточно прикольно. Отжимания делаются вот так вот. На самом деле, упражнения, которые делаются на TRX, вы можете спокойно залезть в интернет, посмотреть. То есть для чего? То, что теперь я хотел сказать непосредственно касаемо самого тренажера. Вам, допустим, вот сейчас я занимался, у меня были ручки вот на такой высоте. Вам нужно их поднять. Можно поднять фалом, а можно поднять их вот так. Просто тянешь, либо опускаешь, выбираешь себе высоту, которая тебе нужна, на одной, либо на двух. Как я уже показывал, это узел, который скользит, но он затягивается, если вы тянете его с этой стороны. Теперь вот, допустим, вот другая высота. И поехали отжиматься, но на большей высоте, это для более простого уровня занятий. Вот. Я вам сейчас показал, как сделать из говна и палок
тренажер, которым можно себя очень хорошо держать в форме. Все, напоминаю, что TRX это было изобретение американских военных, но они так говорят. Мы верим этой версии, но не суть. Чтобы все тренажеры можно было возить легко с собой. Это реально сложная штука. Я думаю, те, кто занимается в залах, они это знают. Но она очень эффективная, а для лодки прикольно тем, что ее можно собрать, разобрать, сложить. Из что? Говна и палок. Из говна и палок, да-да-да. Но это я вам показал, как делается TRX более сложный. Сейчас я покажу, как вешается и как заниматься на том, который более простой. Здесь чуть другая конструкция. Мы здесь вяжем стопорный, ну, чтобы ничто никуда случайно не соскользнуло. Стопорный вы уже знаете. Вот он в конце затягивается. Просто толстая веревка чуть-чуть требует усилий. Ну, вот такая вот штука получается. Этот узелок вы тоже прекрасно знаете. Вставляем. Одеваем. Затягиваем. Можно беседочным завязать. Как вам больше нравится. Мне в данном случае на этой веревке нравится такой намного больше. Сейчас я его спущу, и он будет у меня здесь завязан. Все, это готово. Поднимаем. Вот он нам оказался низко. Здесь для того, чтобы поднять или опустить, нужно это делать на фале. Немножко больше мороки, но зато меньше элементов. То есть работает он точно так же. Вот вы себе выставили, здесь вот они вот так между собой не скользят, потому что они упираются в петлю. И вы можете заниматься вот на этом тренажере точно так же, то есть это более простая модификация. Ну и на все группы мышц можно делать. Да, на все группы мышц, вот на пресс, например, Диана, покажешь, как он делает. Вставляются ноги в петли, вот их нужно выровнять, а дальше идет складывание. Что-то такое вот. Ну и вот, допустим, упражнение для ног, чтобы немножечко разогнать все, что у вас есть. Вот тут эта лодка нестабильная, поэтому болтает. Ну и приседание выглядит вот таким вот образом. То есть итак, друзья, я надеюсь, что вы поняли, почему темой сегодняшнего номера были веревки и спорт. Вещи, на первый взгляд, не очень совместимые, но мы объяснили, как это все можно совмещать, как это все работает. Друзья, хочу напомнить вам, чтобы вы подписывались на наш канал. У нас есть большое количество разной информации, которую мы хотим вам передать, с вами поделиться. Пока!